посадке деревьев все готово. Пушистые кедры, лунки, вода, лейки. Улицу Березова возле нового здания Одинцовской областной больницы украсит хвойная аллея. Это аллея, которую мы назвали аллея медиков, это еще и дань уважения тем нашим медицинским работникам, которые оказались на передовой борьбе с коронавирусом и рискуя своим здоровьем, вкладывая свои силы, знания, профессионализм, спасали людей все эти месяцы и продолжают это делать. Глава Одинцовского городского округа вместе с врачами, представителями общественных организаций высадили 18 деревьев. Традиционная акция по озеленению пройдет на 34 площадках округа. До 30 сентября будет высажено около 900 саженцев. Акция действительно теплая, добрая. У нас таких площадок в округе 34, порядка 900 саженцев мы в этот день сегодня высадим. Ну и, соответственно, продолжаем наши традиции. Надеюсь, что в следующем году не будет уже ограничений. И мы сможем эти акции проводить также массово, масштабно, как мы делали это в предыдущие годы. Весной и осенью неравнодушные и активные жители озеленяют городские улицы. Саженцы выращивают в специальных питомниках, подбираются для каждого района индивидуально. Учитывается почва, местоположение, ландшафт. Хвойные отличаются неприхотливостью, а пушистая вечно зеленая крона будет украшать улицу круглый год. Кедры высадили довольно рослые, с мощной корневой системой, засыпали плодородной почвой, поэтому специалисты уверены, эти деревья приживутся. Теперь деревья необходимо утеплить. За процессом приживания растений на новом месте будут наблюдать специалисты. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».